Огромный дом, дорогой ремонт. Это многоквартирное строение по адресу ДСК-3 рассчитано больше, чем на 1000 жителей. Большинство из них решили поучаствовать в программе формирования комфортной городской среды, провели собрание и утвердили перечень необходимых работ во дворе. Проект одобрила мэрия и посчитала итоговую стоимость. Она получилась впечатляющей – больше 5 миллионов рублей. Этот двор – один из самых дорогих в областном центре. Здесь будет установлена спортивная площадка, в которой в летнее время можно играть в футбол, в зимнее время предусмотрено заливать ее для того, чтобы кататься на коньках. Дальше здесь будут предусмотрены дополнительные парковочные места, они локально будут в трех точках располагаться, и набор детских игровых элементов. Асфальтирование проведут на 2 миллиона рублей. Еще кронируют деревья и высадят новые на 218 тысяч. Парковочные места будут отделены от детской зоны живой изгородью. К работам специалисты компании-подрядчика приступили пару дней назад. До ноября закончат. Жители, правда, довольны не всем. Уже после составления проекта поняли, для полного счастья не хватает бордюров. Некоторые жители хотели, значит, прежде всего тротуары. Вот, но тротуары они сейчас будут делаться, подасфальтироваться, но, к сожалению, не попали туда бордюрные камни. Особенно вот у нас участок там на повороте. А так-то, в принципе, все остальное устраивает жителей. Значит, будем смотреть уже за качеством и как это будет выглядеть уже живьем, когда все соберется и сделается. Смета уже согласована и изменена быть не может. С отсутствием бордюрного камня придется смириться. Зато старую детскую площадку демонтируют и на ее место поставят новенькую, современную. В благоустройство двора жителям пришлось немного вложиться. 1% от стоимости работ, примерно 43 тысячи рублей. Средства, отмечают в ТСЖ, на счету дома уже накоплены. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.